Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, полный привод. Коробка на этом автомобиле стоит автомат, не ДСГ. Пробег на автомобиле на данный момент 217 тысяч километров. Заменим подшипник передней левой опоры. Поднимаем автомобиль, открываем капот, снимаем левый дворник и поднимаем левую часть жабо. Также снимаем колесо. Снимаем заглушку с дворника. Откручиваем гайку. Гайка головка на 13. Берем съемник. Как крепко держится. Закис дворник. Пусть постоит маленько, откиснет. Постоял маленько и сам отщелкнул в натяжке. Все. ВДшка, видать, проникла, попала, и он откис. Снимаем фиксатор здесь, фиксатор здесь. Второй дворник, я думаю, что нам снимать не надо будет. Здесь выдергиваем из поролона. И вот видим нашу опору центральную. Гайку на штоке сразу забрызгаем. И также снизу забрызгаю болты, чтоб немножко подраскисли. Забрызгал снизу болты. Сейчас возьму их, ослаблю. О, я знаю, мне повезет, я не выкрутится без вопросов. Ослабились легко. Теперь поднимаю и разбираем снизу. Откручиваю центральный болт. Солнце отсвечивает. Фиксирую тормозной диск головкой на 24. Откручиваю гайку. Вернул два болта. Для чего вернул? Чтобы вот этот фиксирующий болт не срезало. Ох-хо-хо. Затянуто. Не могу я открутить болт на приводе, поэтому разбирать буду по-другому. Ослаблю сейчас нижний рычаг, сниму. И тогда уже приопущу цапфу. И вытащу стойку из цапфы здесь. Заменим таким образом. Откручиваю гайку, снимаю рулевой наконечник.
Также забрызгаю пока резьбу на стойке стабилизатора, к стойке, где она прикручивается. Снизу на рулевом наконечнике гайка на 18. Гайку до конца не откручиваю. Вот теперь можно открутить. А вот так вот трещит подшипник. Теперь откручиваем гайку от стойки стабилизатора. Головка тоже на 18. Как и положено, у нас она прокручивается. Берем шестигранник. Шестигранник М5. А, там даже... А там не шестигранник, там многогранник. Да, там многогранник. М6. Придерживаю и откручиваю. Вовремя побрызгав смазкой, все откручивается нормально. Так, теперь мы откручиваем шаровую опору. И пока у нас здесь поднято, мы выкрутим вот этот болт крепления стойки к цапфе. Здесь 12-гранник М14. Все, болт вроде пошел, сзади гайку, головка на 18 я открутил. Болт здесь не вкручен, просто заржавел. Сзади пальцем подталкиваю и покручиваю. Он у нас выходит. Забрызгаю вокруг стойки. Забрызгаю здесь прорезь болта. Сам болт забрызгаю. И можно его погонять туда-сюда. И он у нас выйдет. А потом мы его, когда собирать будем, почистим от коррозии и смажем. Зайдет как новенький. Ну, все, я думаю, наверное, его он уже весь раскрутился у нас. Можно взять, выбить. Ничего подобного, туго сидит. Крутите сильно, крутите. Все, болт я выкрутил, весь забит коррозией и грязью.
Теперь откручиваю шаровую опору, снизу три гайки. И отвожу от рычага в сторону. Посмотрю рычаг, буду, не буду снимать, может быть, мне этого хватит. Отвести длины шланга и провода, не знаю, хватит, не хватит. Чтобы цапфу не снимать. Посмотрим. Откручиваю шаровые. Шаровая головка на 16. И видно, совенблок умерший издает неприятные звуки и еще и двигается. И, похоже, задний тоже. Так что еще и совенблоки надо менять. Да, из-за того, что не смог открутить болт на приводе, приходится опять мучиться вот так вот. Сейчас здесь отвертку в расклин забью, и цапфа сойдет со стойки. А потом уже болты сверху откручу и сниму стойку. Трудно, в принципе, ничего нет. Здесь поставил опору, на нее положу ступицу с цапфой в сборе. Беру отвертку железную. Стоечка идет, все хорошо. Так, ну здесь ее надо придерживать. Все. Положил я на опору ступицу. Стойка у нас свободна, остается открутить только три верхних болта. Вот про флажок, который я говорил. И потом почистим, смажем, почистим внутри, смажем. И у нас стойка уже войдет легко на место. Все, стойку открутили и сняли. Ставим стойку в лапы. Вот так вот будет лучше. Thank you.
Так, берем шестигранник на 7. Берем вот такой ключ на 21. Все, придерживаю стойку и откручиваю гайку. Стойку не ложим, отбойник целый оставим. Пыльник целый оставим. Вот отбойник-то надорванный, куски выпали снизу, отбойник не заказывали. Опора. Опора сухая. Все, сухо. Один шарик выпал, одного не было. Берем новую опору, разбираем и добавляем в нее смазки. Новая опора будет свак 329-22-498. Это оригинальный номер. Также вскрываем крышку потихонечку по кругу. Так, и где подшипник? Разбираемся. Так, вот так вот его перевернем. Поднимем вот эту часть. Не буду я здесь ничего добавлять. Здесь, как видно, смазки достаточно. Сейчас с другой стороны посмотрим. Да, здесь смазки достаточно. Все, защелкиваю его, ставлю на место и закрываю крышкой. Одеваю пыльник. Пыльник здесь должен защелкнуться плотненько, войти. Поправляем его. Вот он, все, он стоит.
смазываю шток. Завожу стойку. И одеваю опору. Наживляем. Все, гайку наживил, теперь можно затягивать. Все. Теперь вот эту метку, вот она, здесь две стрелки в разные стороны, мы ставим параллельно. Вот у нас ухо, крепление стойки стабилизатора, и вот эта точка у нас попадает прямо на ухо. Вот так вот. Все, снимаем. Стойку я затянул. Поставил, наживил стойку вверху, три болта прихватил. Здесь пыль, грязь я протер, смажу ВД-шкой. Смажу ВД-шкой внутри цапфа. И одеваем цапфу. Так, ну все, здесь она у нас практически оделась. Сейчас снизу наживляю шаровую. И можно маленько ее поджать. А здесь уже смотрим, чтобы она у нас встала на свое посадочное место по старым следам. Вот и все. Вот она сидит. Вставляем болт. Болт я почистил. Резьба целая. А вот дальше резьба, видно, коррозия побита. Но там она и не рабочая, поэтому по-хорошему болт бы тоже нужно менять, когда так на автомобилях пробеги большие. Смазываю его смазкой, выдергиваю отвертку.
и вставляю на место. Все. Толкнул болт, грязь протру. Хорошо смазки намазал, грязь со смазкой стерлась. И снова добавлю смазки. Наживляю гайку. Можно затягивать. Также пока здесь у меня снято, смажу резьбу на стойке стабилизатора. Вставляю на место и наживляю. Так, ну что, все у нас, все стоит на месте, теперь только остается затянуть. Здесь я перепроверяю, стойка стоит на месте. Можно затягивать. Вам болт я этот затянул. Теперь затягиваем стойку стабилизатора. Стойку стабилизатора затянул. Остается нам только подтянуть здесь шаровую опору. Смазываем резьбу на ступице. И затягиваем рулевой наконечник. Резьбу тоже смажу. Затягиваем шаровую опору.
Опускаем автомобиль и затягиваемся и собираем сверху. Все, опустил автомобиль. Наживляем и затягиваем болты опоры. И подтягиваем. Сильно здесь тянуть не надо, гайки слабые, в пределах разумного. Центральную гайку я затянул, поэтому трогать я ее не буду. Вставляем на место жабо. Защелкиваем скобы. И одеваем дворник, шлицевую я тоже внутри смажу. Чтоб она не закисала и легко снималась в следующий раз. Также брызнул медной смазкой маленько изнутри. Ставим по старому следу. Наживляем гайку и затягиваем. Тоже сильно тянуть до безумия не надо. Ставим колпачок. И все. На этом замену подшипника опоры передней левой стойки я закончил. Всего вам доброго.